Здорово. Короче, вот второй заход в выживачку, как бы кровавую. Посмотрим. Что-то как бы это. Хотел что-то поиграть, что-нибудь экшевое, что-нибудь. И ничего не нашел. Вот ничего, как бы, кроме нее. Я вспомнил, такой, а, так у меня же есть это. Про вампирчиков игра. Как бы я хотел в нее вернуться поиграть еще. Ну только я правила изменил, да, я сделал их как бы полегче всех. И возможность телепортироваться с ресурсами. И солнце я сделал, чтобы не сразу добило просто, там чуть-чуть увеличил. И все, да, вот все правила, какие я изменил. А то она слишком душила. А хочется посмотреть, что там дальше за этим биомом. Да, там много биомов, много всего, много боссов, много крафта, выше до хрена всего. А я ничего по факту не увидел. Я бегал все на одном месте, бегал, 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 бегал. Ну, короче, погнали во второй раз. Попробуем. Будем играть девушкой. Давай. А, это имя, случайно. Не, ну в наше время, да, всякие девушки бывают, но все же как бы. Ой-ой. А можно мне девушку без бороды, пожалуйста? Не, ну как бы да, я по... Не, ну давай... Оу. Ну ты какая, да? Ну ты смотрите, да, такая в очочках, такая... Не, давайте мужчины поиграем, все. И что-нибудь нормальное найдем, да? Вот это был серьезный тот, блин, быстро про... О, то такой, да? На свидание идет. Все девушки местные будут его. Не, нам такой не нужен. Нам не нужны все местные девушки, чтобы за нами бегали. Это мы должны за ними бегать. Вот это серьезный, он на раскопки пошел. Нет, мы на раскопки тоже как-то. Копать мы, конечно, будем, скорее всего. О, Дракула! Вот он! Во! Дракула в деле, да, может, это внешность делает еще и силу. Че там, как тебя зовут-то? Не, ну как-нибудь назовем тебя, давайте это... А, Борис, короче. Борис, точно. Борис, Борис, да. Борис. Борис, Борис. Борис, Борис, да, будет как бы. Почему бы и не быть ему Борис, Борисом? Да? Я считаю, что нормально. Создаем. Попробуем. Я думаю, что с этими настройками, которые я сделал, можно в нее лучше играть и интереснее. Ну, мы все тут знаем. Да, давай, вставай. Открывай, вставай, побежали. Играть мы в нее умеем и знаем, что делать в начале. Нам нужно бежать, это... А, меня сейчас учить будут. А тут же можно было пропустить, да? Ой, шифтом же, да. Можно было пропустить, но что-то я тупанул. Блин, надо было обучение-то пропустить. Ну ладно, а можно было его пропустить? Я сейчас такой, знаете, кажется, можно было. Сейчас меня будут учить крафтить, как бы. Это я знаю. А, вот, у меня еще пробел есть, да. Тут-то мы... Эфочкой, точно. Как бы быстро сейчас вообще махом все сделаем, да. И они еще как бы полегче противники-то. Мы не будем на них страдать, так что это еще лучше будет. Так, мне нужно что? Собери кости, 30 костей собрать. Да не бей ты меня. Ага. А, у меня же эрочка есть. Во. Ну, награду давай. Так, костяной меч мне дали награду. Я не это, на постройке надо было тоже снизить ресурсы. Я там что-то не разобрал. Ну, было, да, была менюшка. Я думал, насколько, зачем. А потом, короче, взял и не снизил, да? Так, изготовить меч. Ага. Так, изготовить меч. Как это? Забыл. Табом. Точно, изготовление. Меч, да. Давайте. А, он уже изготавливается. Не понял. А, он, да, за мышкой крутится. Точно. Чуть-чуть я не понял-то. Во! Эй! Что мне сделать нужно? А, убить. Ну, мы как бы это, все уже знаем, да, в общем-то. А, ну да, да, вот этой еще штукой ж не пользуемся почему-то. Вот, это я понимаю. Вот это лут, лут экшен, или как его назвать-то? О, спасибо. Давайте награду. Крыса, возьмем костяное кольцо. А тут крыса такой, что она убила, что ли? Тут была крыса, я точно помню.
Я была крыса. Кто убил мою крысу? Так, и я... А нет, не стал делать. Или сделал, не помню. Не, не делал, да, я потом настройки скидывал. Смотрел, какая разница между... Это, как это, сложным, хардом и легким, как бы. И разница состоит в том, что как бы... Просто все монстры сильнее, как я понял. Ну, сильнее на 75%, да, или на сколько там. Ну, короче, сильнее. Два раза. Точно, точно в два раза, это я понял. А насколько точно, не понял. Так, что мне, костяное кольцо скрафтить? Давай скрафтим. Хочется, ну реально хочется посмотреть, что больше. Больше как бы, что там, вот там, за горизонтом наших возможностей. Я как бы... Че, набор костяного стра... А, ага, вот это вот. Да? Ну давай. Ну давай. А ты почему? А шкура нужна животного. Я где я шкуру животного брал? Точно не с крыс. Да? Оп. Да, точно не с крыс. Не помню. Ну я знаю, что как бы уже потом будет шкура животного. А мы ж можем идти, да. Че ты туплю-то? И все само будет делаться. Давай крысу-то возьмем. Что дальше? Перчатки. А, мне нужно найти шкуру животного, да. Кости надо сразу собирать. Кости — это полезная вещь, оказывается. А шкура животного в животных, да? Ага. О, я сильнее стал, видали? Прям вау. Прям так изначально и должно все было быть. Я должен был быстро и сильно их убивать. А я на них страдал, что-то пыхтел. Не, эта сложность реально предназначена для этого. Для... Причем не для тех, не для патик, да. Ну, то есть не, на игры, не для игры по сети, да, с друзьяшками и все такое. Потому что там, я посмотрел, для игры по сети там, то есть единичка стоит. То есть стандартные настройки, да, ну, то есть рекомендованные разработчиками. А тут 1.25 или 1.75, точно не помню. Это увеличение на 75%. Вот и получается даже больше, да, если это, как бы, я играю на легком, не на единичке, да, я чуть полегче сделал, ну, потому что я все-таки играю в соло, в солятина, солятина-то как бы посложнее, да. Пойдемте сразу уходим, да, отсюда, конечно. Да, вот давайте тут начнем. Мы, короче, у нас все в основном вот тут-то было происходило, да. Вот тут-то где-то мы замок сейчас построим, вот, точняк. Давай, сюда, конечно. А там вот эта жопа, она жопа, как бы, зачем нам в жопе находиться? Да давай, прыгай. Ну как, зачем, как бы? Тут всегда была эта штука. А я тут никогда и не был особо. Вот врат. И сейчас, сразу же, вот сейчас зайдем на врата, как бы. Я могу телепортировать. Вот это самая главная настройка, которая. Ну, сейчас, да, мы волка убьем. О, видали, да? Половинку хп ему сразу. А че я не попил-то тебя? Не знаю. Ой, давай не прыгай в меня. О, попить-те. А 7 дают, потому что тоже какие-то настройки изменились, или? Типа, будут больше давать? Вот. Тут, наверное, ну, тут сердце, вот это. Да, тут, видите, не написано, что нельзя телепортом. Вот это лучшее, что как бы, вот, да. А, я могу уже, наверное, у меня есть, да? Да, ты. Все. А ты что, в очередь-то встала? Встала. И как бы... А ты отлично. Вот и все, что я могу сказать. Я помню тут почти что все. Ну, это было недавно, буквально вот. Я вот думаю, где замок построить. Вот тут-то вот, да, построить. Смотрите, я как бы и рядом с этим биомом. И рядом с этим биомом. И вот туда по прямой могу спокойно дойти. Тут-то база этих разбойников. А тут-то было голое, я помню, да, степь. Вот туда и идем. Давай наградим себя костяным топором, ну. Так. Где ты там? Вот ты. И чё? А, и деревья порубить. Ну, да, мы порубим, короче, это, оленьку. 38? Это реально, да? То, что в легком уровне... Да, я играю на легком. Да, на сложном я не смог. Да, на сложном меня изнасиловали. Кто как бы... Ну, он играет не на сложном. Я считаю, что как бы такие игры наиграть на сложном, это как, знаете, вот... Это как Dark Souls играть, да? Ну, у нас он... Сама по себе игра сложная, только всю игру ты там будешь бегать. То есть ты просто будешь тупо бегать нахрен. Тебя убили, и ты с этой точки сохранения бежишь 3 часа, как бы, вернуться обратно к боссу. Это же бред. Это реальный бред. Там, как бы, ну, Dark Souls
Demon's Souls такое чуть-чуть было, да? Как бы, что ты бегал от дальней точки, как бы, ну, от костра, от дальнего самого. Там всегда один костер был на всю локацию в основном. Потом второй костер, это был после босса. О, да? Я вот этих красных просто, да? Вот это мне нравится сложность. Вот, да, вот эта сложность мне нравится. Это моя сложность. Может, я, да, вот такой вот. Не силен, скажем так. Все. Я не силен. Так, мне на дереве. Вы кончитесь вообще? Я хоть правильно иду-то, а? А, ну я, в общем, правильно иду, да. Ага. Ага. Ой, а ты чё не прыгнул? А, это другой скилл откатился. Поджопник. Не, нихера, 58. Вот это я понимаю, как бы. Вот это реально. А там мне по 2, по 3 процентика давало, что 58. О, сразу же меч, смотрите, да, получил? Вот. Вот тут как бы это проходимо. То есть я вот на такой сложности я, скорее всего, смогу увидеть все. Вот просто. Потому что я иду играючи, да? Они вот это вот. А давайте пострадаем, бля. А чё бы нет, да? Сегодня проснулся и понял, что я хочу страдать. Ну, день, да, тут такой же. Можно, кстати, сокращать дни вообще, да. Там вот в настройках можно сделать, чтобы вообще одна ночь была. Но я ж не стал все это изменять. Это уж перебор. День-то тоже должен быть. Надо ждать им хоть какую-то возможность. Чё? Давай ты там вот это вот. Не нападай на меня. Да, промазал. А, это я понимаю сложность. Вот это моя сложность. Вот это я могу. Вот это я сразу сильный, да, вот это вот. Бах и бах. Чё ты там, куда уплыл-то? Давай, иди вернись. Я тебя бить. Я тебя сильно бить. Так, и мы идем. Ничего мы превращаться еще не умеем, да? Умеем только хилиться и вот подставлять живую шею. На, типа, кусайте. Все, кто... Даю вам 5 секунд, кусайте. Нету, да? Не хотите, как хотите. Это типа, если по сети, да, можно своей крови дать попить, что ли? О, и тут еще врата рядышком, да? А тут какая-то база, точно помню. А вот тут нет ничего. Мы прям вот тут-то вот построим, да? Вот тут-то вот. Да. И там у нас будет отличный замок, все поблизости, все нормально. Тут-то куча боссов первоначальных, они вот все вот здесь вот по факту. Тут-то вон ресурсов до хрена. Ну, ресурсов, да. Ну, это алюминий типа тут-то есть. Потом он сразу пропадет, как только у меня появится возможность его добывать. Но тем не менее, он же уже есть. Фига, блин. А я, если честно, когда играл прошлый, да, раз... Первый раз, когда начинал. Вот этих я не мог бить. Вот 16 уровня, будучи 10-м, это был вообще челлендж. Реальный там. С перекатами, с перепрыгами и со всем остальным. Мне кажется, сейчас я могу пойти босса убить уже. Просто. А тут кто, кстати, вспомнить бы, не помню. Вот тут-то вот кто? Оружейная бандитов. А, ну да, я знаю, кто тут. Не, ну это рано. Это оружейник же. Он меня тогда насиловал. Ну, хотя, вот с таким-то уроном. С другой стороны, я его убью, реально. Я его 100% убью. Потому что, как бы, я его убил на сложном уровне. Я знаю его мувсет. Он для меня вообще легкий, по факту. Это же тот, да, который с трапами, да, ведь оружейник, да? Это где трапы надо... Да. Нет, ну я сейчас не пойду на него. Это все-таки тоже перебор. А вот этих-то я, конечно, убил. Вот она тридцаточка, да? А, блядь. Фига ты ее спас. Ты молодец. Вот я еще что-то заработал. Оп. Давай там, пуляй. И мы в тебя. Красава, да, как уклоняется вообще? Стрелой в меня попал. Эй! А как что-то этих убить, это не... А, кстати, они же мой...
Может, я зря это, конечно, делаю. Но я хочу эти 24. Да, я зря это делал. Окей. Первая смерть. Расслабился, короче. Скажем так. О, тут рядышком же, да. Не то, что расслабился, думал, смогу. Типа, выпить его не надо было. По жопе-то я получаю так же знатно. Ну нет, они как бы меньше дамажат. Ну не, ну это сложность мне нравится, и правда, да. А ну-ка я теряю. Ну дайте. О, у меня еще арбалет уже есть. Нихера себе. Мне нахер не нужен. Он такой медленный. То есть как бы ты его зарядил. Он такой быстрый. Зарядил, выстрелил. Вот это вот, знаете. Там, ты зарядил, глоточек кофе сделал. Выстрелил. Еще глоточек кофе сделал. Нет, такой не интересно. О, сейчас день будет, а? Мой любимый день. Обожаю дни. Но я вот хочу проверить. Все, я правильно сделал? Я, может, сделал вообще не в ту сторону. Туда я хотел идти, да? Не-не-не, вот сюда. То есть, как бы, может, я еще сократил меньше возможность находиться... Обычное. Меньше находиться на солнце. В два раза. Почему я увеличил как? Ну, мог и уменьшить. Легко. О, здрасте. Оу. Сталкер, нихера себе. А, знаю сталкеров. Ой. Ну, все мы знаем сталкеров. Играли же, че? И не играли-то. Оу. Давай не бей меня. Кстати, тенек, да? Нихера, он же так меня убьет. Ну да. Не-не-не. Тут тенек, да. Так. Ага. Давай, беги сюда. А ты чё? Да F-ку же надо было жать. Чё ж я не ту кнопку нажал? Вот я дебила кусок. Уже два раза сдох. Чё вообще творится, а? То есть это не игра, это я, да, сюда кидаю? Это так? Игра нормальная, несложная. Это я не умею в нее играть. Неправда. Ну это я просто сейчас это, расслабился. Ну и да, пришел на этом уровне в такую локацию, где типа как бы они сильные. И я как бы мог вообще убежать туда дальше, да? Ну не, вот сейчас давайте. Вот солнце. Раз, два. Да что-то я разницы особо не увидел. Ну есть, наверное. Ну дольше, дольше, дольше. Ну я хер знает вообще. Будем надеяться, что дольше. А то ты вообще вот это вот выжигание лица, это ух. Еще одна великолепная механика. О, а ты не... Ну, конечно, да, да. И ты, а ты, да, к маме там, к папе, короче, побежала, как я понял. Это я в нее попал? Ой, 32. И столько же она дамажит по мне. Ну да, ну да. Вот если я сейчас еще сдохну раз. Ну да, по солнышку-то бегать. Да иди нахер, короче. Блять. Нет слов. Вообще нет. И вон, да, еще вот это вот. Мамерзота. А, ну да, ну да. А, ну да, ну да, ну да. Ну да, ну да, ну да. Ну как-то так, да. А крысы там, да? Угу. Крысы там. Он в той кучке. Который пару штучек. Ну, блин, ну не... Дамаж... Короче, я не знаю... Я не уверен, что мне солнце стало реже дамажить, а мне кажется, все точно так же. О! А, ты просто умер.
Ну, тоже пойдет. Да, вы все еще за мной бежите, вы прикалываетесь. Зачем я вам? Я простой вампир. Простой слабый вампир. За меня даже, наверное, награды нет никакой. Что с этого вампира взять? Давайте крысу хоть съедим. Нямк. Ну и похилимся. И посмотрим, где мы. А, мы пришли. Куда хотели. Тут что такое? Бандитский лагерь. Тут, кстати, прикольный даже было. Ну нет, вот тут, да. Все-таки тут. Сейчас вот тут попробуем, да? А тут можно, смотрите, вот сюда вот, да, забраться. Ага. Розу дай. Спасибо. Мне надо квест еще какой-то сделать, да? Три дерева срубить. Давайте срубим. О, даже бумаги уже, смотрите, на. Ну давай. О, оленька. Это? Дениска, да? Не, думаю, Дениска там остался, это другой оленька. По-любому, Дениска-то уже все. Другого себе вампирчика нашел, к нему ходит теперь. Меня-то не было давно. Ну, конечно, дерево срубил, да, тень потерял. Умно, да? Ой-ой, давайте хоть это, крысок похаваем. Ага. Ага. Умно, да? Рубить сук, на котором сидишь. Да, нормально все. Постоянно так где. О, фишка. Что там, награда? Бегут. За оленькой, что ли? Реально. О, сволочи. Что он вам сделал? Изготовьте булаву. Давайте изготовим булаву. Две шишки. Вау. Деревьев у себя там. А. Да пипец, короче. О, что такое? Что там было написано? А, предмет изготовления. Да хорош! Так, у меня она была на четверочке. Топоры будут на 2. Они были на троечке, но будут на двоечке, да. Потому что это две пухи, которыми я буду чаще всего пользоваться. Не, ну надо. Ой, она ж по воде-то не может, да, вот это вот чучело бегать. Вампирская. Так, мне вот так вот надо туда. Прямо, значит, через воду. Ой, бля. Идут по мою душу, да? Ну, пока порубим. О, это что тут такое? Во, ночь. А вам не кажется, что больше деревьев добывается? Мне кажется. Мне кажется, что больше ресурсов добывается. Идите нахер, короче. Вау. А это что за анги? А, это типа такой водопад, красиво сделали. Нихера себе. Ну, красиво. Вот спорить не буду с этим. Красиво, да. Красиво тут у вас. Если зайдет, я буду играть. Я хочу просто, я хочу увидеть. Мне, как бы, она мне чем-то это понравилась. Просто она меня задушила. И все. Есть у нее один минус. Она меня душит. Ну, как минус? В играх как бы часто такое бывает, что они тебя душат, и это как бы является часть... А, мне, кстати, надо это, сломать камушки, да. Это как бы часть игры, да? Ну, блин. Это задушило жестко прям вот. Прям вот вообще задушило. Меня так давно не душили, как эта игра. Так, я правильно, да, иду? Не, ну тут больше ресурсов добывается однозначно. Ну это хорошо, это вот тоже, это второе душилово, которое было в этой игре. Все, необработанный топаз, спасибо. Ну бля, ну ебаный в рот, ну что я вам сделал, я простой вампир, только что из гроба вылез. Что вам от меня надо? Не могу найти место, где буду жить. А вы уже все, уже всех... О, я уже ближе к тому месту, где я буду жить. Не, дальше вот тут я хотел жить, точно. Я же говорю, ближе, но не на месте, да. Вот я тут, смотрите, тоже неплохо. Так. А, чтобы, да, медь добывать, мне булава нужна получше. Ага. Награди меня. И чё, сердце... Ага, ну да, это мы знаем. А,
Мы уже почти на том месте, где можем это сделать. То есть можем. Можем сделать где угодно. А мы на том месте, где хотим это сделать. Во. Здравствуй. Я не буду тебя убивать, не ссы. Ты оленька, ты как бы нормальный парень, я хотел, конечно, сказать. Но я не знаю точно, парень ты или нет. А, это водопад. То есть туда по факту-то и нельзя залезть, да? Только если... Вот отсюда. А тут какое-нибудь поселение. Ну тогда остается только тут строиться. Или... А сюда тоже, да, нельзя забраться. Ну, давайте посмотрим чуть-чуть. Да где ты там? Ну вот это да, камушки драгоценные. Они нужны будут? Ну не сейчас. Че, нет, да, вот реально никак. Да нет, конечно, никак. Никак. Ну ладно, пойдем. Там тоже, то тоже место отличное, вот это вот. Вот тут охренный будет замок. Прям вот я чувствую это. Там прям он просится, чтобы его построили. И... Да не, не лезь ты ко мне. Да не, на... Че тебя и... Ай, нифига, быстрее меня бегают. Ну понятное дело. У них 4 лапы, у меня 2 ноги. Ну хотя я вампир. Да и не буду я тебя пить. Я... Ага. А как? А, ЛКМ. Ну это запомнить надо. Левая кнопка мыши, если что. Я забыл. Э? Вот. А, это опять вот эта вот херня, да, которая мне будет мешать. Ну, и алхимический стол, я думаю, быстро сделаем. Вот тут, а вот, да, где-то... Сердце... Ну, наверное, надо где-то вот здесь, да, его делать? Да, вот, вот тут-то вот. Ну, оно сердце, значит, серединка. Это мы потом взорвем, да? И у нас будет... Так. Это вот, вот тут надо начинать строить замок. Или оставить верхушку для какого-нибудь сада, а вот тут замок, да, строить? Тут как раз нихера нет. Тут уже кто-то вон строил. Сейчас мы разберем вот это все. Да, это реально прикольное место для замка. А сверху... Это что подобрал? А сверху у нас будет сад какой-нибудь, да, вот растить будем всякое там, да? Не знаю, там забор поставим, зайдемся, котят. Котят, будем есть котят. Жестко, ну. Да, вот тут-то вот, короче. И тут-то вон, в ту сторону можно удлиняться и удлиняться. А ну мы будем для начала в эту сторону удлиняться. Ага. Ну и камень тут есть. Все есть, короче, да, все. А кирпич каменный, да. Короче, остаемся тут. А зачем вот эти две колонны? Типа поддерживали крышу? Красоту наводили? Тогда я сделал ошибку, что на самом верху, да, сделаю. Потом у меня как бы я не мог нормально расширяться, и у меня получилось так. Так, Б. Угу. То есть нет. А, вот тут, да. Ну, тоже нормальное место. Чё? Приблизительно 70% доступно для строительства. Место рядом с этим местоположением. Большая площадь. Нормально мы тут... Мы потом как бы это... все оградим, да, и вон... И туда расширимся, вот сюда, да? Ага. Точняк. И чё дальше? А, открыть. Ну... Расширить свою территорию. Это мы сейчас запросто. Это мы, короче, легко. Это мы сейчас бэшкой, да? И вот так вот, да? Ага. Да мы как бы сразу расширим. Ага. По кому? А. Почему? Требование земля. Чем тебе не нравится? Непонятно. Нормальная вроде земля была. Да давай, крутись уже. Так, нарасширяли, короче. Награда, давай, награждай нас. Стены и конструкции. А, ну, стены. Деревянный сундук. Окей. Сейчас построим. Стены мы, короче, вот тут, да, построим. Вот за место этих стен. А мы сюда расширились вообще? Где? Двойка, да. По привычке тройку нажал. О, пальцы-то помнят как бы. А, тогда на тройку и сделай, да, наверное? Ага. Раз пальцы помнят.
А интересно, можно было хп сделать меньше в деревьях там и всего, чтобы, ну, быстрее? Хотя столько сейчас ресурсов дают, что их как бы много-то рубить и не придется. Что там, стену построить, ага. Стена, вот ты. Ну ты. Так. А, вот из этой херни, да, мешаешь. И ты мешаешь. Да чё ж ты все мешаете-то? Не от кого защищаться, я ж в Солянова играю. Чё, замок начинает разрушаться? Ну, бывает с ним такое чё. С этими замками. Они разрушаются, но... Не, ну камня тут реально прям вот до хрена, смотрите, уже сколько. Ничего еще не делал, уже камня до хрена. У меня уже кирпича 6, блин. Это тоже классно, мне нравится. А, ага. А ты что покраснело-то? А, ну типа нету эссенции в этой. Давайте закину эссенции. У меня ж по-любому есть, ну конечно есть. Естественно. Так. Стены. Стена. Ага, вот так вот, да? И чё? Деревянный гроб и деревянный сундук. Гроб. Ты. Вот будет вот тут около камушков и деревьев спать. И сундук один. Ну вот сюда тыкну. Угу. Давай награду. Базовое изготовление и обработка. Это постройте и откройте лесопилку. Лесопилка. Лесопилка, да, мы помним ее. Так, это вот тут производство. Это верстак. Доски нужны для... Ага, лесопилка нам медный... А, это печь. Вот лесопилка. Деревьев не хватает. Нихера себе. Это как так-то? То есть не буду я спать под деревцем, понятное дело. Это я сказал много. Видимо, может столько же. Может, мне кажется, что много. Ну, хотя по столько... По 100 с одного дерева. О, здравствуй, крыса. Не, по 100 с дерева, кажется, не было. Могу ошибаться. Легко. Да не, там по 50. Ну, могу ошибаться. Я не помню, я не смотрел. Я помню, что меди, вот на меди мы и проверим. Меди было всегда так мало, что жесть. О, спасибо. Так, что нам? Лесопилка. Лесопилит. Так, почему? Я мешал, понятно. Ага. Но, а, деревьев. Держи. Верстак. Ну сейчас мне еще нужны деревья. Мне нужно много деревьев. Чтобы мне вообще очень много нужно будет деревьев. Если надо, короче, полностью ее загрузить. И тогда будет гуд. Оп и гуд. Сразу, одновременно. Потом мне... А, ну да, мне же потом дадут это боссов. И я буду ходить на боссов точно. Да не, больше дают однозначно. 4 дерева срубил, у меня уже почти стак, да? Нет, 2 срубил. Почти стак, пол стака. 4 дерева стак. А это у меня топоры-то так себе. Хотя, я не знаю, теми топорами больше дает или быстрее рубится. Ага. Так, ладно. Ну там по 20 надо, надо больше, да. Надо все деревья тут срубить. Они... Это что такое, что за куст? А, волокно. Ну там у меня, правда, это, да, у меня там был леший, там у меня был, короче, этот, как его звать-то, большой и каменный, а голем. Они как бы составляли мне компанию, тут-то как-то только один оленька. Оленька есть всегда, как бы, а он... А кто-то вот посерьезнее, да, чтобы можно было пообщаться, там, вот это вот, по жопе получить, по жопе надавать. Уровень атаки слишком низкий. Да я знаю. Ща подкачаемся. Верстак сделаем. Давай уже быстрее. Так. Угу. Сюда. Вот ты, да? Ну, пока хватит. Так, для верстака мне 8 нужно. А. Уровень снаряжения увеличить. Ты кто? Ты кустик? Ага, кстати, да. Мне нужно... А у меня кости-то есть? Есть. Мне нужна... Такая штука, да?
Вот тут в основах. Вот она, да. Пока что... Туманная жаровня, да. Пока что вот так вот, да. Я помню, мне нужно очень много костей на вот это вот. На пыль, короче. На мертвую пыль, или как она там называлась. А эта штука создает туман, чтобы меня не... Не съело солнце. А солнце съест. Оно, дай волю солнцу. Оно съест тут же просто. Голодное солнце. Так. Построить верстак, точно. Верстак у нас строится... Ну, где-то тут, да. А, бэшка, ё-моё. Забыл все опять. Вот он. А, мне даст окна. 8 штук надо. Уже есть? Есть как раз. Оп. Верстак. Угу. Вот сюда построим, да, вот сюда. Мне кажется, что мне туда это не доходит, да? Ну да, все верно. Пока тогда передвинем. Вот. Сюда. Угу. Это вот уберем отсюда, да? Да-да-да. Ну оно как-то мешает, не эстетично выглядит. Вообще не нравится, когда вот это есть. А мне какие стены будут? Вот так вот, да, треугольничками идти? Ну, будут и будут, что. Тут же можно, да, глянуть? Как... Да, вот так. Тык-тык-тык-тык. То прикольно тоже. Пойдет. Так. Что мне сделать она? А, уровень снаряжения повысить. Это... О, все есть, нифига себе. Кольцо. Медь я пока не могу добывать, но я могу уровень снаряжения повысить вот этими штуками. Ага, все забрало, да? И... Так, это кожа нужна. Кожа, для этого мне дубильный станок нужен, или как он там называется. Для этого мне нужно убить какого-то босса, мне дадут рецепты. Вроде так это работало. Это... Вот, да, это... А для этого не нужно это. Ну, хотя медные слитки я пока делать не могу, да? Иначе нужно вот такие делать. Вот так. Усиленное копье. Да не нужно мне копье. Мне нужно... Ну вот эти три штуки, да. Мечами я сражаюсь. Так, мне нужны доски, доски, доски. Камни, камни у меня как говно вообще. Так, награду-то получим, но... Чё? Ви кровь. Мне нужно кровавый алтарь построить, ага. Так, пока пусть перерабатывается, а мы осмотрим, что нужно для кровавого алтаря. А он тут. Эссенция крови 10. Угу. Пойдем оленьку убьем. Оленька. Я знаю, ты где-то тут. Меня не обманешь. Бля, солнце. Ты обманешь, что ли, реально? Зачем меня обманывать? Я не вижу вообще никакой разницы, если честно. Мне кажется, даже быстрее стало. Да, мне кажется, я сам себя усложнил. Да, мне кажется, оно стало быстрее. Ох. Реально. Я себе усложнил игру. Это я, конечно, красавчик. Так, как там разделить? Ага. Пока вот так вот. Так, кровавый алтарь у нас будет стоять. Ну, вот тут он будет стоять. Угу. Так. Бэшкой. Вот он, да. Ушечка. Вот так вот, да. Эфочка. И альфа-волк. Ага. Мне бы еще... Ну, это по пути ее где-то, да, можно будет найти. Она мне как раз-таки даст кожемятню, да-да-да. Альфа-волка я так или иначе встречу. А ее вот... Я помню примерно, где он, плюс-минус. Ага. Сейчас пушку... А, мне не надо пушку-то делать. У меня все нормально с пушками. То есть пушкой, которую я убиваю, у меня все отлично. Дайте только пушки поменять. А для этого мне нужно куча досок. Не куча, мне нужно всего 8 досок. Ага, тут у меня уже 12 есть. О. Ты. Угу. Угу.
Так, а на это мне нужны медные слитки и доски. Доски делаются, медные слитки скоро научимся делать. Как там это работает? Напомните мне. Я взял? Нет, не взял. Вот это. Так, и мне на сундук скинуть всякое говно еще. Вот это вот. 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 Так. Вот это говно. Вот это говно туда скинем. Арбалетом со мной пользоваться не буду. Деревья садить не буду тоже пока. Хотя, не, фляга с водой, да, полезная штука, потом пригодится. Шишки тоже пусть там лежат. Топазы, кирпичи, доски, розы там вот, петровны, ну. Так, короче, все туда. Ага. Крыс возьму на всякий случай. И сердца возьму. Так, о, как раз. И... Да-да-да, пойдемте. Она была где-то тут, да. Она была актрисою, но совершенно лысою. Так, ага, вот сюда. Откроем для себя вик... это, викровь, ну. А чё я там еще? Ну да, пойдемте квесты сделаем. По-любому его надо сделать. Это важный квест. Тем более сейчас ночь. Все верно. А чё? Куда? Ты меня показываешь идти-то? А, вон туда. Да кого вы? Чё? Не хочу я с вами драться. И дерусь как бы. Но у меня кожа все равно понадобится. А жемятню сделаю, да? Так, а тут было интересно, можно было скорость апнуть? Вот просто интересно. Туда нам, угу. И по пути 100%, я вот уверен, что я знаю, что этих альфа-волков было, оказывается, больше одного, я ж помню это. Бандит. О-о-о-о. Вот это мне нравится реально. Вот такая должна была изначально быть сложность. Не должен быть каждый мудачный враг, блядь, как, знаете, как маленький боссик, блин. Вокруг них прыгаешь. Во! Во! Вот это я понимаю, блин. Пришел, зарубил. Пришел, увидел, зарубил, ну. Туда мне, что ли? А, ну да, все верно. Я же говорил, где-то там это. Арбалетчик. Да, не буду я тебя бить. Хотя, надо... Ой, нихера себе, просвистело. Около ляжки, да? А я могу, кстати, добывать уже меч? Даже если могу, зачем? Ну, попробуем просто так, для интереса. Да, могу. Так, они отстали просто. Вот сколько мне дадут за одну такую... Если 100 будет, то это как бы 100%. Ну-ка. 139 за одну. Не-не, да, тут, короче, увеличен количество выпадания лута. И это отлично. Вон сюда нам куда-то. В эту сторону. Тут, кстати, тоже... Да не, ну да, неплохое место, в принципе, для замка, да? Но тут лучше. На мой взгляд, тут лучше. Потому что как бы потом нам нужно будет вот это все, вот это вот. Вот это посложнее, да? Ну, по... вот это вот. Вот это какой-то биом еще непонятный. Вообще не вы. Мы по факту вот, прошлый раз, вот только вот этот биом, раз это, и вот тут чуть-чуть побегали. И все, вот реально. И дальше я не смог, просто меня дальше изнасиловали. Был изнасилован. И изничтожен, и унижен, да. Медведь, меня даже крыса унизила, бля, меня все унизили. Забытое кладбище, ага, это тут я тоже помню, да, кто был на этом забытом кладбище. Он вроде туда ночью приходил. Можно туда заглянуть будет и сразу его шлепнуть по пути. Конечно, смело заявлено, споров нет. Как бы он меня не шлепнул. Не, стоп, да, я его даже не шлепнул тогда. Это же оно? Да! За... Точно! Шлепнуть. Ха-ха. Пошутил, ну. Шутник, блядь.
Не, ну может сейчас-то я его легко разорву, споров нет. Ну тогда я как бы это... Он меня уделал, я так и не смог его убить. Мне не хватало как бы чего-то. Он в итоге там столько призывал от этого говна, а он призывает, короче, они все больше и больше. У меня их там просто бегало килотонна народу, блин. Так, а это я типа мог бы сюда... Ну да, я как бы просто не помнил. Не, ну нет, там по центру. Сейчас мы уже пришли почти. А вот тут кто у нас был? Башня... А, нет, тут никого не было. Тут можно точильные камни подфармить, да? Да-да, я уже двадцатка, кстати, да, я могу... Здрасте, голем. Вот интересно сейчас, вот я сейчас в него запулю. Ага. Ну нет, конечно, нет. Мишута. Так, куда я бегу-то? Не туда хоть? Не туда, окей. Да, отстань. На, Мишуте прописал. Я подставил Мишуту, прикиньте. Вот это я вообще негодяй. А волчара где-то тоже здесь. Или где-то здесь. Ну, о. Давайте возьмем, нам пока все нужно. Вот этих убьем, чтобы крови было. О, громко опять сказано, убьем. Нифига эти арбалетчики. А я почему... Не с, это, не с мечом-то. Да не, не. Это что-то я безумствую. Хер. О, это же шахта. А, это лагерь браконьеров. Нихера себе. Да. Нет слов просто. Расслабил. Да какой там расслабился? О, эй, рядышком зато. Зато около ВА врата активировали. Это. Думал смогу, а они оказались, короче, жесткими. Они вот эти черепки были. А я хоть добегу до нее там, не? Надо все равно как-то уровень подкачивать. А что ты? Да я все забываю, как правильно надо. Где там у меня труп-то? Вон туда надо бежать. Это F-кой надо нажимать, а я удар почему-то нажимаю, когда вижу, что нужно пить. Ну, хотя бы вот этих убиваешь с одного удара. Уговариваю себя, что все хорошо, все нормально, все будет хорошо, тебя не будет больше мучить игра. Ну вот эти тоже легкие уверен в этом. Ага. Ага. Так, а побежал. Умирай давай. Умирай с честью. Все, куда идти-то? Покажите. Во, а, сюда. Так, а, я вспомнил, кстати, ее. Точно. Ловец. Че ловишь? Пиздюлей. Шуточки вот эти, да? За 300, блин. Да, 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 точно я ее вспомнил. Я ее убивал, короче, в доме, да. Потому что был день. Все возьмем, вообще все. Все, что дадите, все возьмем. А вон и она. Так, ща откатим. Ой, да не ной. Ну, они все равно жесткие, я уверен в этом. Многофазовые там, вот это вот. Где ты там, а? Воу! Да меня-то зачем? Я что ли вас поймал? Фриз! Да, блин.
конечно, фриз, да, вот это вот. А-а-а, где ты там? Вылезай давай. А-а-а, что-то не получилось у тебя. Зато у меня все получилось. Ну да, ну да. Я шкуры пока возьму. О, видели? На ход. Все. Игра... Я победил эту игру. Я умею на ход, короче, кидать. А. О, я же говорю, победил. Я могу уже даже в стелсе кидать. О, вот тут нас стоит. А, я крысу взял, я думал, я ее пить беру. И там крыса. Вылезла такая, меня забери из этого ада. Жестко. А, спасибо. Так. Что тут еще валяется? Ничего больше? Я, говорит. Не успел сказать, кто он. Просто сказал, я. Я! Я не хочу умирать, наверное, он хотел сказать. Ну, кто в наше время хочет? Нет, я все понимаю. Тоже бы не хотел. Так, награда. Что дали? Стол исследователя. А, ага, полезная штука. Оу. А, я знаю тебя. Попьем. О, не-не-не. Разбойник-то лучше там крит дает. Крит-то полегче, получше будет, полегче будет. Полегче с критом, ну. Так. А там мой труп валяется, да, я понимаю? Я его не собрал. Да, да, точно. Ресурсы там, вот это все. Сейчас надо еще волка найти. И доделать как бы вот это вот. Не помню, где он точно был. Где-то был, однозначно. Ты там, сундук, нет, не сундук, да? Не, не сундук. Так, взять все. Цветочек давайте. Так, а волк у нас... Я помню, тоже до него дохрена долго бежал. Но он был где-то около нее. А я бежал же вот отсюда вообще, да, я был здесь. А волк где-то вот здесь был, на мой взгляд. Бандитский лагерь. Ну, конечно, давайте еще будем карту разглядывать под солнцем, блин. Ну да, где-то он здесь был. Давайте сюда сгоняем. Так. Да, по дороге бежать с облаками, ну. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Он бы это, крикнул бы, я тут. Откройте чертеж, что? А, ага, ага, понял. Это то, что дадут. Открывать, откройте, блин. Ой, читатель вообще 5000. Сейчас убьем волка, да, и все. И как бы, и на базу, и мы как бы полностью это, с кожей. А, кстати, что я хотел-то? А нам нужны медные слитки в первую очередь, а не кожа. Не, ну кожа тоже нужна, споров нет. Так, ну это я бумагу фармлю. Еще наслаждаюсь тем, что я сильный. Во, сундук вижу. О, солнце, солнце, нет, не делай это со мной. Пощади, солнце. Так, я хочу сундук-то вскрыть. Там могут быть бумага, но может быть эти точильные камни. Мне это сейчас нужно будет. А там кожа, ну тоже полезно, что. Давайте попьем себя. Я, что он делает вот это вот? Медитирует, типа, и кровь у него кончается. Или он сам себя пьет? Что он в этот момент делает?
Или он просто открыт, блин, открыт миру, да, такой, мир, смотри, я тут. И мир его хилит, да, вот это вот. Ощущение того, что он нужен миру. Но думаю, миру он нахер не нужен. Поэтому на него все и нападают. Ты ошибаешься, вампирчик, но мир на тебя положил болт. Где я, волк, блин, вспомнить, а? Не хочется просто два раза туда бегать. А тут же на карте-то как бы не покажут, да? Тут тебе покажут, куда идти там примерно. Ну, бумаг, может, пофармим хоть. Скелет лучший. Ну, конечно, солнце, да. Не, он где-то... Не, ну явно он не тут был. Слишком близко. А, ну после лагеря, может, где-то тут, да? Типа я вот тут вот так вот бежал. Вот тут, допустим. Все, бегаю. Ой, кстати, это место помню, да? Да-да-да, я тут много раз бегал. Да, я... Про эту игру вообще можно сказать... Бля, как же она дамажит солнце-то? Я, походу, реально что-то сделал неправильно. Про эту игру можно вообще сказать про то, что я тут бегал, да, вот просто. Что ты делал в этой игре? Бегал. А что еще? Ну, еще бегал. Так, что мне статья надала-то? Какой скилл? Мороз. А, вот эта штука, кстати, прикольная была. Блядь. Угу. Она, ну, прикольные сишки-то, однозначно. Теперь можно будет и сишку использовать к шеркой. Попью себя. Ну да, вот тут где-то, мне кажется, он был. Но больше ему негде быть. Ну тут еще он может быть. Я помню, где медведь, потому что он был... Волк-то был первый. Как они умирают с одной плюхи, бля. Ну конечно, да. Будете там стоять, да? Ну все, я труп. Я просто солнце... О, нашел. Я же говорю, где-то здесь. Надо выпить просто его. Чтоб полная крови была. И лего. Ой, да ты куда идешь-то? Ты дурак, что ли? Я тут вообще-то. Чао. И вот сколько... А, ну лучше подождать, да. Днем бить его, ночью бить его, это тупо. Во, мы сейчас сразу двух боссов убили. Это отлично. О, надо заканчивать уже. Ну ща, короче, это убьем, дойдем до места. Ой, шестнарик. А мы сейчас только что два царика убили. Ты уже во второй фазе. Промазал. А, он призывает же, да, точно. Он из тех. Да пипец, короче. Ага. Ты попробовал? Не смог. И, короче, ночь, ну. О, вот это, кстати, хороший способ добывать, да? Удобно. Очень, я бы даже сказал. Попросить Викровь зайти ко мне туда, да, чтобы я там все разрушил. Викровь? Викровь? Да как свекровь. Ой, так далеко идти. Не, ну. Терять просто это все не хочется. Да, бумага, свитки уже даже есть, нихера себе. Да, добегу быстро. Медь, да, даже есть чуть-чуть. Не, добегу, да, все правильно. Да не бей ты там. Угу. Не, ну честно, проще туда добежать, да? И потом тут, а это. Ну не, не проще. Блин, там по-любому галочка была, что при смерти ничего не теряется. Вот 100%. Вот
будет, я уверен в этом. А что мне дали? А, точно, что ж мне дали-то? Да. Да. Во. Не будем просто останавливаться, мы же сейчас еще и ночью бежим. То есть нас вообще ничего не может остановить, кроме пули в лоб. А, мы, кстати, можем порычать еще, да, надо, вот. Я думаю, что если мы подойдем к какой... Я понял, мне кажется. Если мы подойдем к какой-то пачке волков и порычим, то они пойдут со мной, наверное. И только что до меня... Только озарение внезашло. Вой, да? Вою как волк, ну как волк-вампир. Вау, блядь. Да, я помню это описание. Великолепное описание, считаю. Очень, очень помогает понять, что это за скилл. Не, ну это говорит о том, что-то он бесполезный. Вот это да. Это сразу намекает на это. А бы, кстати, поверх убежать, я бы там смог спрыгнуть. Я тупо, ну я забыл, что прыгать умею. Вниз только причем. Вверх прыгать не умею, только вниз умею. Это что у нас такое? Тут. Медный рудник. Ага, да. И тут-то тоже кто-то будет. Я помню это. Да. Я пойду сейчас сразу, короче, это сделаю. Ага. Тут много меди еще. Да. И тут, короче, будет, да, какой-то челобес, да, вот это вот. О, у меня какой-то хаос атаку даст, я помню. Помню, да. Вон он ходит. Я могу уже, да, я могу, и он желтенький. Значит, я могу вообще его нормально отодрать. Да, не ори ты. Он, кстати, таким же скиллом пользуется. А чё ты их-то не бьешь? Как этот, оружейник. Ага. А давай тут. То есть я на КД... А, нет, не посадил на КД. Где ты там? О, тебя бы выпить? Да не, это опасно. Да блин, еще пришли. О, не. Он так слябенько дамажишь. Мне нравится. Вот это мне нравится. Вот реально, я не знаю почему, но в этой игре не должно быть такой жесткой сложности, как... То есть это для кого? Для любителей хардкора, наверное. Но эта игра все-таки не про это, да? Да, мы помним, что ты там умеешь вот это призывать всякое. Я все забываю, что у меня теперь сишка есть. Теперь я можно хоть спокойно дамажить. Ну как спокойно. Эта штука не дамажит, что ли? Она только дамажит, когда... Воу. А, ну да, вторая фаза. Новый скилл. Нихера ты мне прописал. О, крысы. Здорово, крысы. Да, там типа. Вот это я понимаю, да. Вот без этих всех заморочек. Пришел, трех боссов убил. Радостный, довольный, счастливый. Давай, выпей эту мразь. Ассортимент окон. Еще и руды подфармил. И крысок. И тебя давай подфармил. Адский звон. Пойдет. Ага. И что такое? Сердце какое-то. Так, ты... У тебя там какой-то скилл вот тут, да? Нет.
В хаосе был. Вот он, да. Но он мне не нравился, я помню. Я им пользовался, но он мне не понравился вообще. Это слово совсем. Считаю, что он нахер не же. Что у нас там? Ой, не то. Меди, наверное, как бы. Вообще все есть нафиг. А что он дал, кстати, еще помимо вот этого всего? Он что-то полезное тоже дает. Ну точно не переработку. Переработку меди, кажется, дает оружейник. Если я помню. А я, если честно, не очень помню. Я помню, что оружейника я недолюбливаю. Вот это я точно помню. А вот кто давал возможность переработать медь, я не помню. О, еще и ночи половина. Охрененно вообще. Вот это сложность по мне просто. Несложная сложность для меня, но... Надо было написать там, короче, сложность для, для всех и сложность, короче, для Артема, но... А иначе он бы не сможет, да? А иначе мы его задушим. Вот и все. И, а. Каменная пыль. А ее типа полезный ресурс, что нужно писать, что там ее можно добыть что-то. Вот это я не понял. И когда у меня будет портал, как бы я буду бегать к порталу, потому что этим порталом я могу возвращаться, да? Ведь, а может, нет, не могу, да, пока. И следующим нужно обязательно, это следующим квестом, вот этим следующим V-квестом, добыть себе портал. Вот что нужно сделать. Хотя, та жесткая была, я помню ее. Она, ну ладно, постепенно, ну плюс-минус постепенно делать, только чтобы оружие себе прокачать посильнее. А потом портал, чтобы нормально как бы бегать, собирать. Здорово, мразьки. А. Да нафига ты мне в упор просто в лицо-то стреляешь? Да ты... Хватит уклоняться. Какой ты вообще? В упор просто, да? Вот в упор меня бьет. Стрелой, блин. Бешеная тёлка. Мы, кстати, такую себе сделали, да, тогда? Чтоб борщи нам варила. Ну, она это... Она пошла, короче, охотиться и умерла. Да-да-да. Сразу же. Первым делом, что она сделала после появления, она умерла. Но... Полтора часа, ну я как бы резный, да, можно там, за эссенцию было. Самое смешное, что она реально, первое, что ты сделала, она вышла за ворота и умерла. Все, все, что она смогла сделать, да. Сука. Забавная девушка получилась. Ну я надеюсь, она хоть умерла красиво. Вот. Так, ага, это я туда потом смогу. А вот где поляна? Поляна? Да? Да, кажется, тут это поляна. Да-да-да, где я смогу портал... То есть портал-то по факту близко находится. Просто там босс такой. Ну, не сложный. Я этих трех боссов-то я не считаю боссами уже. Хотя я как бы одного с ними уровня, да, был. Но тем не менее. Здорово, замок. Давно не виделись. Я хотел глянуть, что я вообще получил. Вот за него я помню. За эту я, да, кожемятню. А за этого... А, большой сундук. Ну, тоже хотели, кстати, хорошая вещь. Теперь зато могу... Медные слитки, так. Столярный верстак, это, ну да, мне так сильно-то он не нужен. Руфус, бригадир. Лучница хаоса, это пожиратель, тоже говна кусок. Ну, полезная будет вещь, но не сейчас. Не понял. А, то есть я могу уже медные слитки делать, да? Получается. Ну-ка. Так. Не то башечка. А что мне надо сделать? Стол исследователя построить. Сейчас построим. Ты... А, ты алтарь. Так, исследование, да. Вот, доска мне нужна. Ты все переработал? О, 35 досок, так мало. Так. О, у меня есть книга. Ассортимент... А, ну да. А, ну это стол исследователя мне нужен. Все верно. Угу. Так. Ты будешь рядом с алтарем. Да куда ты ходить-то?
тут пока постой, да. Ага. Одна держать. А, не, исследовать надо нажать. У меня 50 бумаги, пока мало. Награда, давай. Это сердце. Улучшите, откройте сердце замка, да. Мне нужна там кожа, которую я теперь уже умею делать, да? Да, у меня даже ее есть. И слитки, которые я сейчас построю себе. Нет, не... Печь, да, мне нужен камень. А, ну камень у меня есть, камень есть, да. Камень у меня вот тут, а вот. Его как говна должно быть. Так, сюда... Сюда мы пока скинем... О, деревья мы сейчас просто уберем туда, да? Пусть делает. Ага. Надеюсь, не нужны деревья. Нет, нужна медная руда и камень, ага. Да там давай, не ори, петушелла. Ага, вот, что такое, рыбий жир. Пирасе, первый раз вижу. Мне в прошлый раз этого вроде не было. Я бы запомнил. Хотя зачем, если я им не пользовался. Так. Ага. Камень не нужно было забрать из сундука, точно. Камень, угу. И построить вот эту штуку. Б, вот эту, да, печь. Ну туда, да, вот так вот. Я понимаю, да, но мне тут... Оп, тенек есть. Мы просто передвинем, наверное, да, вот эту штуку, чтобы она как-то это... Вот сюда. Ага. Оп, и туманчик. Ну да. И сюда мы, короче, накидаем вот это все. Ага, и вот это вот тоже накидаем. Все верно. Рецепт. Я не помню, где этот возьму рецепт. Но мне он нужен будет почему-то. Почему-то нужен будет. Пока чину-то, ну. Так, ну, вроде все. Целостность. Так, что там? Ух, заканчивать надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. А она будет, потому что меня как бы в такой сложности мне нравится игра на самом деле. Так что она точно будет. Удачи, давайте.